Достанешь ты виток? Кнопочку еще надо нажать. Ну вот именно, как ты так достанешь? А, достаю. Достаешь? Да, вот. Сколько? 2,68. О, отлично, нам на подвороты на все хватит. Тюль у нас 2,95, а штора 2,80. По-моему, 2,80? 2,80. Все, нам отлично подходит. Мы переживали, что штора будет короткая. Это вы купили? Вот, мы купили, вот, 2,68. Смотри. Вот штора, и вот, белая, как будто и вот белая тюль. Она такая мятка, жатка. Специально, да. Выглядит, как будто бумажка. Вот папа сейчас меряет высоту. 2,66. 2,66. А там сколько? 2? Не-не, там так же, по сути. Короче, 2,70, да? 2,65,7. Так, да, 2,65 надо, да? 2,65 надо, короче. 2,66 от... Низа карниза. Я так, говорю... так им и скажешь. Они сами расчет делают. 2,66. Надо сейчас записать. Да, 2,66 от низа карниза, и дальше они сами расчет сделают. Сколько на крючок, сколько бортик поднимать этот, не поднимать. Но нам не надо поднимать борт, потому что на нас борт просто, если в принципе шторы, если они жесткие, смогут сделать, но там, по-моему, мягкий же борт. Мягкие, они очень, они тонкие, поэтому такие. Поэтому это самое. Опа. Смысла нету. Привет! Привет! Ой, хороший, приветики! Ты не замерз? Нет, разувайся, заходи. Господи, вы что, раздетый, дождь идет на улице. Давай. Все, сказала, не надо. Ой, блин, шапка упала. Привет. Где там еще? Вы что, привет. Привет! Привет, мой сладкий. Давай. Привет, привет. Так, далеко не проходим, разувайся. Ставь красоту. Сейчас я выйду. Шашлычок жарим. Арчик, тебе даже кусочек дадим. Прям целый кусочек. Кто даст? Ну, проглотит, я не пойму даже вкус. Ты дашь? Я думаю, кто даст? Нас точно никто не даст. Ему сырого давали. Ну, это ж надо, чтобы постыло. Горячее нельзя. Так что сейчас вкусненький шашлычок. Блин, знаешь, что мне все время не хватает? Мне не хватает баньки. Я Максиму уже говорю, хочу баню, хочу баню. Вот сейчас бы шашлычок и банька. Знаешь, как клево было бы? Так, это пока заберу. А то, что еще жарится будет? Да, да. Смотри, зефир. А, ты в дом? Вон все животные сидят, ждут, когда им привалит. Чего думал на завтра? Ну, Максим, позже сам вот этим. Шампуры вот эти позже. А. Ну, кстати, видел у тебя вот шампуры, он тебе говорил? Это хорошая шампура, которая у нас там есть. Ну, короче, он понес там такие широкие. Мы специально покупали дорогущие шампура. Классные. У нас их 4 штуки. Мы хотим еще 2 штуки докупить, чтобы набор был. Потому что вот это вот, ну, так себе. Ну, они просто короткие, а те длинные. Так они еще с толстой стали. Не гнутся, не прогибаются, знаешь. Они реально клевые. Там какой-то эти тонкие, а эти... В общем, мясо тоже на шампуре не крутится. Удобно. Это у вас мангал такой вот из кирпичей. А мы покупаем... Маленький этот, в Магните или в Пятерочке. Ну что там помещается хорошо? И там как раз обычные вот шампура, они запросто подходят. А. Мы вообще хотим там дыр. Максим там даже яму выкопал под него, блин, и никак не сделал. Где? Вот там. Да? Вот там за углом. А, за этим, за решеткой? Да, мы же там убрали, это уже практически все. Ну завтра я посмотрю. Саша горит. Саша не горит. Хорошо, шашлык горит. Вода кончается, что ли? Арчик, ты что прибежал? Да ты что, Максима ж нету, может тут кто что подаст. Жди. Хочется. Прям реально с ума сошли все уже. Подождешь чуть-чуть. Зефир сидит, да, зефир сидит. Хочет шашлык, никто не дает. Да, собака ты такой. Хочется тебе шашлычка. Хочется, да, хочется. Шашлычка. Шашлычка такого, да. Носик такой хороший. Носик хороший, да? Сейчас опять будешь. Ты переоделась? Нет, еще. Ну ты молодец. Сейчас шерсти будешь. Всем доброе утро. Мы уже завтракаем. У нас сегодня большие планы, да, ребят? Да. По делам поедем. Да.
Ну, в общем, покажем. Да, собрались на конную ферму. На лошадках покататься, да? Да? Подсвеченный еле-еле салон ночью. Она меня скинет? Что я там видел? Ну, посмотрим, попробуем. Там же будут инструкторы. Конструкторы? Инструкторы. Все, давайте, всем приятного аппетита. Красавчики вообще, пасутся, гуляют. Да, Данька? Да. Классные, красивые, такие блестящие. Вон тот черный конь, помнишь, которым гладить нельзя было? Мы гладили его. Это тот? По-моему, похож на того. Похож, да. Ну, но он самый большой, по-моему. Больше был, который там. Да? Да. Может, там и есть в стойле в своем. Ой, красиво, он белое, красивое. Мне нравятся беленькие и... Там. Мне вот эти черные нравятся. И белые, вот там далеко-далеко белая такая а красивая. Я смотрю, вон та вот черненькая там... большая. О, вон та вот, которая. Вон та вот. Угу. Нравится. Вон та вот, угу. Которая, какие поля они вообще заливают. А я думал, просто похоже. Ну, нас здесь оставлять, пройдемся, реально. Ничего страшного. Вон нет, они. Вход, они уже близко. Ну закрыты, вот ворота. Это ворота. Они да. закрыты. Да. Мы здесь уже были. Очень красиво. Зеленый, блестящий, да, Андрюш, ну, красивый какие-то... конь? Какие-то собачка какая-то. Красивая. Красивая. О, смотри, какие у него рога какой такие вот. Рога. Облизывает тебя. Морока. Можно корм взять? Маришка, она не будет раз по плечу? Почему они такие? А мама, они не дикие. Кто там еще, Паш? Вот она еще. А, вот лошадка. Привет. Андрюш, привет. Вот лошадка. Вот так вот. Вот так. На. Ну на, я тебе дам. На. Не хватит. Ого, не поменьше вроде. На. Ого, какая большая. На. Они все такие мамы? Конечно. А ты что не помнишь? Класс. Там еще один. Прям вообще гигант. Там он самый большой. Пойдемте посмотрим на самого большого. Свет. Света. О, кто мне звонит? Пойдем на самого большого посмотрим. Вот он, красавчик. Привет. Она вроде поменьше стала. Привет. Написано не трогать. Арнольд, Арнольд. Привет, Арнольд. Арнольд это? Какой ты большой. Да, самый большой у них. Красавчик. Я боюсь, что он меня укусит. Арнольд, ты красавчик. Ой! Какая косичка. Погладить хочешь? Погладь, Андрюша. Я не могу, я просто... Она огромная, я не могу до нее до шеи достать. Так вот его гладить можно. Давай, Простёва, не бойся, Простёва погладь. Он такой мягкий. Класс, да? Он там, это, едит, ест. Ест, да. Ну, это животное. Какой хороший. Смотри, какой он еще меньше. Он еще меньше. Даже... Ой, она что-то больная, что ли? Что она такая худая? Он еще меньше. Морковочка сладенькая. Да, я тоже дам. На, вот эту одну возьми. На. Вот так вот. Няма-няма. Няма-няма. Конечно, аж сено кусок бросим. Это тебе не сено. Да, красавчик. И красавчик. Красавчик. Вот этого давай попробуем. Приятно, да? А ну-ка, Дань, давай, покорми.
Ой, уронил. Давай. Не отодвигай руку, просто поближе к ним. Я знаю, я уже покормила. Вот. Класс, да? А я? Да. И сколько? Дал? Дал. Пойдемте туда еще. Дай мне еще тут. Хочу тоже пока. Максим, проследи, чтобы он того, когда будет кормить, все нормально было. А, да, нормально было. Давай. Ой, быстро съел. Не успел даже покайфануть. На, Даня, все. Ой. Ну, понравилось. Ну, ближе. Поближе надо, да, он просто тянется. Все, ты отдал уже? Да. Не хочет, не надо гладить, не надо, все. Давай оставим вот так. Нету. Да не бойся, Даня, он сейчас вынесет эту самую. Пойдем. Андрюш, а как эту лошадку зовут, знаешь? Нет. Нет? Смотри, Мася. Написано. Маня. 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 А чего так далеко? Да он тянется на. За эту. На. Сейчас проглотим. Андрюха тянется. На еще. Дайте мне еще. Почему сладкий? Да ты сладкая девочка. Это ты, конечно, сладкий. Сладенькая. Да сейчас она полный рот напихала. Уже вываливается. Все вываливается. У Мани все вываливается. Хорошая. Да, да. Хорошая, конечно. Они не будут кусаться? Э, козонок еще к лошадке кусал. Класс, да, Данька? А козленка кормили? Нет. Козочку. А он козочку. Ой, какие они маленькие, прям вообще. Прикольные. Ага. Бросила все, бросила все. Смешные такие. Смешные. Все бросила, прибежала. Бедная. Поближе, поближе она не достает. Ты что, боишься их? Иди сюда. Хорошая. Иди сюда. Не досталось как тебе. Тебя? Как там тебя зовут? Иди сюда. Иди. Ну, там сына. Да, я эту хочу. На, на. Вот это ты уродливая. Вот это да. Дальше какое. Релакс, да? Дальше. Она так не будет, это не лошадка. Это ей нужно так давать. Так, вот так? Вот так, это не лошадка. Сейчас она прожует. Дай, скажи, дай. Вкусняху дай ему, Данька. На, на, на. Дайте мне еще. Да что такое? Дайте мне еще. Я лошадку. Повыше чуть-чуть, повыше. Козочка вон хочет. Надо козочку, последнюю козочке дай. Все. Они могут два дела одновременно ей делать. Я еще очку. Ну, конечно. Да вы Девочка. Такие красивые. Красивые такие, ай! Да. Ударимся. А интересно, они бодаются? Эти да. Мам, потрогай их рога. Они не такие, как не, ну они дерево. Там внутри находятся. Ой, застрянет. О, это выбежало, все прозевало. Все, обед закончился. Все. Мам, потрогай их рога. Да, вон, бодаются. Да. Ну, же рога не просто так. Потрогай их рога, они как дерево. Да, твердые. Да, твердые. На территории фермы так красиво вообще, прям отдыхаешь. Погода, конечно, подпортила, солнышко ушло, но все равно очень красиво. Смотрите, очаг, огонь, много беседок. Отдыхать здесь летом можно. Домики даже есть, если хотите, с ночевкой. В общем, круто. Детская площадка небольшая. Ой. И много животных всяких. Помимо лошадок здесь еще, видите, индюки, кролики. Кролики, вы такие хорошие. Вы такие милые, маленькие. И птицы там, гуси. Вон какие хохлатые, хохлатые. Интересные, голландская белохохлатая. Куры такие. Ой, какие они кучерявые. Они так шипят,
капец просто. Да. Там вообще грязище. Кучерявые. Это какие-то злые. Ой, свинка. Хрюша Нюша, свинка Пеппа. Я ее Нюшей буду называть. Да, уточки. Одна уточка, видишь, Дань, залезла сюда. Дань, пойдем прокатим их, потом погуляем по участку. Потому что он сказал, через 10 минут он пригонит их уже. Еще придем сейчас сюда. О, помню как-то. Пошли кататься на лошадках. Ура! На лошадках кататься! Пойдем на лошадках кататься. Мы ее заберем. Мы ее заберем домой. Блин, такая классная вообще. Супер, такая, откормленная блин. Такая. Да, она пушистая. Блин, такая кошка. Иди сюда, я тебя посмотрю на тебя. Пошупать надо. Ты куда уходишь? Ой, какая ты пушистая. Какая ты красивая. Даша бы ты понравилась. Да, чтобы ты понравилась. Да, красотка. Да, красотка. Лень какая. Да? О, какая большая. Ты такой хороший. Лень. Ластится. Классная. Пойдем на лошадках кататься. Этим Хрюша Нюша понравилась. Ага. Грязь, конечно, капец. Блин, грязь какая. Что делать с обувью? Не знаю. Чистую машинку, Саша, на мой. Капец, нахватала сколько. Ну, понятно. Андрюш! Андрюша! А, еще рано? Андрей! Беги ко мне! Давай! Ты тоже себе качель нашел. Они, правда, грязные, ну ладно. Сами качели грязные? Ну, типа, тут что-то какая-то фигня. Будто на них кто-то остановился. Папа потом ничего не скажет? Да, вроде нет. Лянь, там тоже, видишь, кострище. Костры разжигать вон. Дрова стоят. Там лежак. Где лежак? Вон, что это там? А, да, это кресло такое. Садись. А, дождь был, понятно, не надо, не садись. Жалко, да? Я бы посидел. Ну, я бы тоже. Повалюка. Там все цветет. Ну, да. Это да. А куда? А там одно, видишь, разваленное, ветром, видно, сдуло. Такое же вон кресло. Упало, видишь? А? Упало? Вон, видишь? А ну-ка. Может, оно так и должно быть? Нет, оно упало. А, ну да. Ветром, наверное, сдуло. Ночью же... Ночью же был сильный ветер. Переверни. Не трогай, Паш. Зато оно здесь не мокрое. Да? Ну, единственный плюс. Лень, кошка с нами ходит туда-сюда. Да, киса? Она же кого-то охотилась, я видел. Да? Там она вот так вот пробегала. Ну, ты же она, мышей видит. Хватает. А вы где были? В лес ходили. Погрызли. Ну, что? Ну, Паш, не ходи ты. Ходили. А? Вниз ходили. Зачем? Там речушечка течет. Течет? Когда мы были, там не было речушки. Было сухо. Водичка наполнилась, наверное. Ну, понятное дело. Дождь такой был ночью.
там кресло такое, качалка. Одно упало, а другое мокрое. Паша побежал, хотел посидеть, а там, да. Сидит она тут. Сидит. Толстущая кошка. Толстущая кошка. Ты так и хочешь уехать со мной, я смотрю, да? Скажи, я тут всех провожаю. Показывай, что у нас есть, да? Киса, киса, киса. Ты какая красивая. Да. Надо идти, наверное, спрашивать. Максим, наверное, снова не ушел. Алло. Идем. Ага, мы идем. Давай. Идемте. Лошадки готовы. Ой, хотя бы эти штучки есть, да, хоть как-то пройти можно. Да, не скользко. Ну, не скользко, вроде. А куда идти? Сюда, Света сюда. Набрала себе на ботинки грязи. И Паша вон тут. Где это намывать? Классно? Да. Супер. Ты на настоящей лошадке едешь? Да. Да, здорово, да? У-ху. А как зовут лошадку, ты знаешь? Андрюш, ты знаешь, как лошадку зовут? А что ты не спросил? Да, узнали, узнали. Спросили. А, узнали? Да, узнали. Да. Не помню. А что это что-то? Маня зовут. А, Маня? О, знаешь. Что? Не знаешь, Макс. Класс. Сначала покормил Маню, теперь объезжает. Обкатывает. Все хором ходят. Да, это слышишь? Маня-то самая. Покормили сначала, а теперь обкатывает ее. И кот следом. И кошка. Ага. Довольный. Я говорю, знаешь, как лошадку зовут? Маня. Маску заставили одеть, прикинь. Довольный. Мужчина вон в маске. Ну ты кричишь постоянно, киса. Тыц-тыц-тыц. Какой довольный. Смотри, смотри сюда. Класс, да? Класс. Еще? Моя хорошая, говорит. Счастье у ребенка. Саша котов тут поглаживает. Вон их собрал целую стаю. Да, киска? Третьего жалко нет кота. Опа, ты не боишься, Данька? Боюсь. Боишься? Его вот. Давай, поехали. Ножки, у него помещается, Максим, у него достают ноги. Дань, вот сюда вот ножки. Ставь. 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 Все, поехал. Класс. Даня, говори классно. Класс. Нравится? Андрюша, Андрюша, отойди от него, отойди, иди сюда. Андрей, иди сюда. Не ходи за ним, посмотри со стороны. Поехал, Данька, тоже. Тебе понравилось? Угу. Я хочу еще раз. Еще раз? Ну, не сейчас, знаю. Данька, сейчас кружок проедывает и все. Ага. Сколько тут лошадок? Много. Можно на животик не надо за деньги. Как это? Платят за деньги, катают. Классно, и денег платить не надо, говорит. Тебе тоже там понравилось, да? Да, я нет, хочу нет. Еще раз. Еще песчаная. Еще хочешь? Песчаная. Мы попросим еще раз. Конечно. Паша покатается, а потом ты. Почему я потом? Паша. А Паша? Я хочу. Дань, помаши мне. Вначале? Привет. А вначале? Да что, понравилось? Класс, да, папа, помогай. Я еще раз не понимаю. Ногу высовывай, туфли. Ой, нет. Ну, Паша сначала, подожди, Андрюш. Ставь левую ногу сюда. Аккуратно, лошадку. Подожди, ближе. Нет, стой. Перекидывай ногу. Правую вверх перекидывай. Вот. Утихо, блин, смотри.
Ну что нравится? Ну что нравится? Он только сел. Да я не могу ногу поставить на эту фигню. А, вторую ногу, подожди. Я не вижу ничего. Давай. Андрюша, отойди от лошадки. Ай, с ума сойти. Я не успела сфотографировать. Ну сейчас приедут, подожди. Сфотографируешь. Как раз там уже моська будет такая довольная. Паш, нравится? Ну да. Ну да? Ну да, так. Класс. Чайковский? Ряженка. Ряженку. Ряженку и сыра взять? Максиму там показывает. Пойдем. Сколько сейчас твоя половина? Солененький? Это свежие пчелки. Свежие, не солененькие, да? Не, не соленые. Пополам. Ну я укушу, можно? Какой вкусный сыр. Ну чего? А сколько он это? Это 350. 350 половина продал только сейчас. А что, больше нету? А? А больше нету? Давайте. А нету. Ну вот. Ну, давайте разделим пополам. Да, пополам. Ну, давай разделим. Вот пополам. Да потом разделим. Не, мы дома разделим. Потом разделим, да? Да, вкусненько. А молоко? Ряженька? А, и ряженку еще. Сейчас, ага. Держи. Нет, это меня милиш нет, а они тоже это. А что вы скажете, сколько сейчас на это? Сейчас мы подберем. Наберем сейчас, да. Ряженку. Сколько штук? А ряженка почем? 120 рублей. И еще. У вас животных посмотреть, дети, можно? Животных смотреть? Опа, можно будет? Да, конечно. Дети там поехали, вымали коровку, увидят. Ладно, сейчас зайдем. А это что, лепешки какие-то сюда делаете? Да, я сейчас. Себе. Себе. Видите лепешечку, да? Сейчас. Отожмем все, да? Да, они тоже пришли. Только волю дай. А что это? Да, прям такой слепочек. 240, и что, 350, 500. Ну, сейчас скажут, сколько. Что там получается? Ломайте, попробуйте. Будешь пробовать? Лепёшка. Ну, человек разрешает. Ну, попробуйте. Делится. Человек делится. Делится. Да, давай. Он съезжает. Спасибо. 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 Офигеть. Ну, подожди, кусочек масла. Горячая нельзя, правда? Лучше остывает уже. Ну, блин, отломи, пожалуйста. Я тебя отломал, я дую. Смотри, какой. Класс. Саша идет. Ну это уже наелись. Ну, 240. Ну, 350 сейчас. 240, 350. 590, 600 рублей. Да? Отправьте или если есть. Что надо, у меня есть. Факту дал. Ничего себе. 600 рублей. Сейчас, да дайте еще, что, господи. Нету человека. Подожди. У меня 300 есть. Тут почитай. У меня вчера деньги был, хозяин пришел, все сдавить. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Ну, пошли первые, если хотите. Пойдем. Сейчас детей. Детей. Покажем. Детей позови. Животных посмотрим. Разрешили показать, сейчас покажем. Молоко. Бараны сейчас. Да сейчас вместе сходим. А, это ваши же, да, тут гуляют, получается? Да? А, я же еще там на конной ферме спрашиваю, говорю, а где, говорю, это барашки, говорю, где тут гуляют? А. Ну, сами вот они. Ну, там барашки. Сейчас а кот идет. Угу. А кот они. Где-то 50 штук родила. Ага. Будь здоров. Ну, сейчас пойдем, подожди, нас проводят. Сейчас налью сыворотку. А где Паша? Он Паша сказал, нет, я не пойду. Это Паша. Что, Паша? Паша сказал, что это не пойду. Паша. Это Пол Саныч. Пол Саныч. Молоко. Нет, да, это да, сыворотка. Да, да. Сыворотка. Сыворотка, да. Сыворотка. Блинчики с ней делать. Оладушки. Оладушки, блинчики.
Это когда сыр делается, вот остается. Сметану когда делают, тоже остается. Ты же видишь, какие коты все большие тут. На молоке отъедем. Ну конечно. Будь здоров, ты чего? Солнышко, смотри. Давай на солнце смотрим. Мяу. Че, мяу? Мяу. Кися. Кися какая. А там большой лес. Лес, да. Так, надо идти. У нас ближайшая заправка только аж на трассе. Да? Ну, возле нас. Да. Не, мы на той больше не заправляемся, на другой. Наряд. Ну тоже примерно так же. Ну мне бы если так Роснефть у вас тут. Ну я сейчас забью. Нет, там этот, как его? А Роснефть где-нибудь тут есть, нету? Да, есть. Есть где? Ну, Роснефть. Далековато. Потом пересадите, да, через марлю еще раз. Да, хорошо. Марлечка есть, все есть. Что такое марля? Вот это вот тряпочка. Она еще под старым этим осталась. Тынка. Ну это Роснефть. Не больно. Просто не переделывали. Мы там заправляемся, короче. Да мы сам на Роснефть. Возьмите. Спасибо. Спасибо большое. Пойдемте. Все тогда. Пойдем за экскурсию. Дайте мне. Что тебе? Нет, да тебе же, тебе. Пойдем. Это Максим понес туда, в машину. Пойдем посмотрим. Данька, иди сюда. Покажет. Ой, пойдем, проходи. Это все. Смотри, что для животных. Тихонько, вот, я животное. Тихонько, успокойся. Сейчас увидим. Только осторожно, золото не топтайте. Золото не топчите. Смотри, какие. Проходите, проходите, не бойтесь. Ой, какой маленький, да, Даня? Смотри, какой ворон. Ну сейчас подойди сначала. Дань, какие курочки там. Да. Ой, там много. Ничего страшного. Погладь. Если догонишь. Дань, петушок какой, прям как с картинки. Мягкий. Барашки. Смотри, Даня, барашки. Это бараны. Видишь, какие барашки? Это бараны. Их постригли уже. Постригли. Дань, маленькие есть. Дань, смотри, там вообще маленькие есть. Видишь, крошечные? Андрюша, глянь, маленькие. Вон они маленькие бегают. Видно тебе? Ой, красота какая. Один вылез маленький. О, там, да, бегает. Ну не гоняй его, не надо. А там кто? Там тоже? Они сегодня лагали. Ага. Ой, с маленьким. Класс, да, Дань? Кто там у тебя? Маленькие, да? Смотри, Даня. Вообще, глянь, какие крошечные. Тихо, не пугай, аккуратно. Глянь, какие малюсенькие детки тут. Какие хорошие. И курочки там. Да, вот что такое там? Что там такое? Кто там кашляет? А это самый кас. Да, Дань, ой, Андрюш, не кричи. О, как раз. Чуть не наступил. Класс. Да. Надо сюда на трудотерапию. Убирать, кормить. Да. А мясо продаете? А мясо ж продаете? Нет, бараны живые продаем. Не, на живые нам не надо. Ну, если люди покупают, это выбирают, а потом делят будем. А, ясно. Одну продают. Ну, живые. Кого продают? Барашка. Я чистый петух. Ну не поймаешь его. Чего, пойдемте? Посмотрели? Подстриженные все прям. Только с парикмахерской. Класс, такой амбар, да, большой. Тренируется, хоп-хоп-хоп-хоп. Настя? Ирта, пошли. Смотри, Даня, сколько сена или что это? Ого-го, да, Даня? А вон, смотри, тюки большие. Да. Настя. Смотри, вон. Тюки, видишь, круглые.
Да? Ее зовут Настя. Настя. Какой корм у них, Андрей? Глянь, сколько корма. Можно покормить? Нет. А можно покормить? Нет, не надо, они кушали. Не вяд это, только кукуруза. Это сено. Да. Это сено, да. Трывим работница. Да, если кто-то жираж есть. Я же говорю, на трудотерапию. Да. А мы пойдем еще коров смотреть? Нам доярка надо. Доярка? Да. Это не у нас было. У нас это два коровы. Две коровы? Да. Ну, а коровы. Пойдем на коров смотреть. А где ты их найдешь, коров? Все. Ничего подобного, мы не говорили. Скажи спасибо, что барашков показали. Барашки. Они такие смешные, маленькие. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Будем приезжать. Вон они, видишь, вон там еще гуляют барашки. Вон их сколько. Погладь. Да, вон. Хотел? Ну вот, погладил. Все, спасибо, всего доброго, до свидания.